едем на Саур-могилу. Я на месте второго пилота, а меня везет сам Андрей Верещагин. Красавчик. Хорошо едет, а? А вон лепота какая вокруг. На подъезде к Саур-могиле за рулем все тот же Андрей Верещагин. Второй пилот Серега Кулешов. Сейчас картинки начнутся интересные, да. Донской пляж. Кто там, да? Да. Ну, впереди, вдалеке Саур-могила виднеется. Уже. Ну, собственно, дальше оттуда поснимаем. Саур-могила. Да, здесь можно подняться к ней даже, по-моему, как раз эта вот дорога. Хотя, смотря куда мы хотим, если наверх, то да. Ну, сейчас пока наверх, а потом туда объедем, чтобы не спускаться. Там еще что-то? Да, там памятники танки стоят. Вот они вороночки пошли засыпанные. Заросшие уже. Погнали! Заглянул в соседний сад, как смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: стань над рекою, загиление встречать. Раскут вяный клён зелёный листрезной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Привет от Андрея Верещагина из Донецка, а сейчас Саур-могилы. Будем жить! Сейчас будем подниматься на Саур-могилу. Здесь мы уже в прошлом году были. Собственно, здесь мало что изменилось. Вот он теперь памятник современного искусства. Как люди умеют, научились воевать и друг друга убивать. Вот так патриоты должны подъезжать к памятникам. Саур-могила. Зеленый,
и молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам, лес густой. Раз кудрявый клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной,